Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. На своем канале я порой обозревал различные рискованные проекты. Лудилки, азартные проекты и так далее. Но в сегодняшнем видео речь пойдет о проекте, который максимально далек от всего этого. Потому что он придерживается норм исламского права. Ну и стремится стать главным финансовым инструментом для всех мусульман. Однако, вне зависимости от вашего вероисповедания, данный проект может принести пользу и выгоду. Особенно учитывая, что у них официально запланирован аирдроп их нативной монеты. Но про аирдроп в конце видео, так что смотрите до конца. Сначала же пройдемся по основам самого проекта. Называется он Islamic Coin. Это не токен, а самостоятельная криптовалюта, которая функционирует на собственном Layer 1 блокчейне Hack Network. Данный блокчейн и его криптовалюта создается как всемирный финансовый инструмент, отвечающий нормам шариата. Исламское право запрещает ростовщество, обман, монетизацию алкоголя и азартных игр. И блокчейн Hack Network создается для того, чтобы предоставить мусульманам доступ к цифровым финансам, защищенным от всего нечистого с точки зрения религии. С технической же точки зрения Hack Network представляет собой обычный Layer 1 блокчейн, построенный на базе Cosmos SDK и совместимый с виртуальной машиной Ethereum. Работает он децентрализованно, в его основе лежит алгоритм Proof of Stake, и сеть управляется валидаторами и делегатами. Соответственно, блокировать и банить любые проекты, которые не соответствуют нормам исламского права, тут не будут. Вместо этого тут будет работать специальный алгоритм Оракула, который включает в себя проверку сообщества и проверку экспертным советом специалистов. Проекты, прошедшие аудит Оракула, получат соответствующую метку о том, что они полностью соответствуют нормам шариата. И, соответственно, в рамках блокчейна Hack Network будет развиваться такая же экосистема, как и на других блокчейнах. Она же сейчас постепенно строится и включает в себя несколько десятков проектов. Тем более, что разработчики Hack Network финансируют проекты из экосистемы путем грантов. Что неудивительно, средства у проекта на это есть. Ведь они еще до запуска монеты собрали финансирование на более чем 400 миллионов долларов. А среди их партнеров и советников есть множество арабских шейхов и правителей. Что же касается монеты Islamic Coin, то она будет выступать в роли нативного актива блокчейна Hack Network. В ней будут проводиться все финансовые операции, оплачиваться комиссии, выплачиваться награды валидаторам и стейкерам, а также Islamic Coin будет использоваться и для благотворительности. 10% от ежедневной эмиссии монет будет поступать в соответствующие мусульманские фонды, а распределением пожертвований будет заниматься DAO. И в данный момент монета Islamic Coin официально не запущена. Ее релиз состоится только 1 сентября сразу на нескольких топовых биржах, вроде Coinbase и KuCoin. И для нас с вами это хорошая новость, ведь, как вы знаете, сейчас многие проекты на старте раздают ранним последователям довольно солидные дропы. И создатели Islamic Coin планируют сделать точно так же. Основным условием для получения дропа является установка официального мобильного кошелька Hack Wallet и регистрация в нем. Он доступен как на iOS, так и на Android. Помимо установки, вы можете активничать в социальных сетях и тестировать различные приложения в блокчейне Hack Network, чтобы повысить свои шансы на дроп. Причем создатели Islamic Coin заявляют, что для получения дропа не потребуется от участников никаких финансовых вложений. На развитие экосистемы у Islamic Coin выделено большое количество монет от начальной эмиссии, и часть этих средств пойдет именно на аирдроп, так что награды могут быть довольно солидными. Плюс специально для моих подписчиков и зрителей есть еще одна эксклюзивная возможность получить награду от проекта Islamic Coin. Вам всего лишь нужно скачать мобильный кошелек Hack Wallet по моей ссылке в описании, зарегистрироваться в нем, а затем написать под видео любой содержательный комментарий о проекте Islamic Coin,
прикрепив адрес своего кошелька из HackWallet. После релиза монеты я выберу одного случайного победителя, который получит на свой кошелек награду в 500 монет и СЛМ. Ссылку на установку кошелька вы найдете в описании под этим видео. Также там будет информация для более подробного ознакомления с проектом. А я вам еще раз напоминаю, что мои видео – это не призыв к инвестициям. Любые вложения в криптовалюту сопряжены с большим риском. Так что проводите собственные исследования перед любыми инвестициями. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!